Я хотела бы просканировать ваш мозг. Доктор, я заплатил за свои деяния. Отдал 25 лет. Давайте ближе к делу. Амигдала – это область, расположенная глубоко в мозге и отвечающая за наши базовые страхи и эмоции. Что-то вспомнили? Один маньяк. По-вашему, нападения не было? Я и мухи не обижу. 15 жертв. Можно послушать музыку? Конечно. Детектив Нортон, отдел убийств. У нас есть пара вопросов. Может, мы зайдем к вам? Одно расследование. Несдержанность и импульсивное поведение. Рад знакомству, доктор. 15 убийств.